Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть на сервере Poké World Special, и сегодня у нас новый гость, Фроста. Привет. Здрасте, это наш строитель, тут архитектор, или как тебя можно назвать? Один из строителей, да, на сервере, вот, это его работа, вот этот стадион, который он строит. Мы с... Чего? Модератором делаем. Ну вот. Да, Я просто по приколу ему предложил, вот, давай вот этот стадион, или даже не давай вот этот стадион, а посмотри, какой прикольный стадион. Он сразу, все, я его строю. Говорю, да не, я просто предложил, нет, все, это вызов, я его сейчас построю. И его так уже строит месяц, и никак не могу достроить. А он на картинке же еще в раза 5 больше был, или нет? Это еще такая уменьшенная версия. В чем? Короче, он был еще больше, ну, большой был. А в итоге, кажется, получилось, что еще больше стал. Да ну. Раньше он был в ширину, а теперь он в длину еще больше. Ну там же он круглый, да? Тут такой у вас какой-то овальный получается. Ща, я тогда тоже еще пойду орб прокачивать. Кто, ребята, не знает, и не знаю, ты ли знаешь, то, что на сервере появится вот это. Я добавлю уже в магазины алтари, чтобы они продавались. Я уже слышал. Говорил тебе Лус уже. Да нет, только. Ну, просто заколебали, знаешь. С этими орбами. Зайди, обнови. А есть еще такие люди, которые просто их толкают другим людям, знаешь? Толкают. А, продают, что ли? Ну, так было пару дней назад, что чувак там зашел, заспанил себе там Молтреса или кого, не помню. А потом через какое-то время попросил зайти меня на сервер поменять алтарь. Я зашел, он такой раскрывает там вот эти блоки земли, знаешь, которыми он застроил. Он, короче, вот это все открывает, я ему меняю алтарь, он дальше закрывает вот этими всеми блоками алтарь и сразу пишет в чат: продам алтарь Молтреса. Я такой думаю, да ни хрена себе, я сейчас буду вам заходить менять алтари, то есть. Они приватят. Ну да, приватят. Надо, потому что тебе еще надо их менять, сами орды, что-то привачить. Ну. Это такие, как типа маленькие евреи. Это типа, чтобы потом зашел, чтобы у них два было уже легенды. Ну так это знаешь, что получается? Это получается то, что я просто захожу и даю им бесплатные вот эти легендарных покемонов, а они просто их потом продают. Получается, что так. Ты делал так, типа, как помнишь, ты делал на Imagine просто. Прятал алтари в разные, ну, как у тебя там был бункер или как-то. А, ну, хранилище. Да. И менять просто место расположения. Вот это, а переносить в другое место. Ну да. Или говорю, поставить просто в продажу вот этих алтарей и в продажу и все. Ну, разумеется, не за маленькую цену, чтобы там цена действительно очень большая была, потому что тоже, знаешь, будут наживаться на этом. Ну, где-то можно 32 алмазных монеты. 30. Да стак даже, какой 30. Сейчас я посмотрю, а то я, если честно, уже сам забыл. Сколько стоит приблизить. Это что, мне сейчас выкинули или 14 кикболов, не знаю. Так, ща. Сколько стоит 21. Ух, ну стак это будет слишком. Хотя. Так, ну даже не знаю. Ну стак, ну где-то монет 45, мне кажется, за один алтарь будет нормально. Как раз темпе не продадут там и что там. Алтари тоже не дешевая штука. Ну да, считай, легендарный покемон, да? Сейчас я, можно сказать, их просто-напросто бесплатно раздаю, если не считать то, что нужно прокачивать орб, да? Ну да. А так. Только орб там быстро качается, там. Ну, ты пока сам. Поеду уже, ты и... сам только что сказал, там за 2 часа, да, прокачивается. 2 часа, вот, я могу тебе даже бьем показать. Ну. За секунду, даже 2. Ну да. Смотри, не полстака, например, 40. 40 алмазных монет, я думаю, можно набить, например, за полдня, да? Легко, мне так кажется. Дел. Чего? Изи, без проблем. Ну, за полдня. То есть за полдня ты получаешь легендарного покемона. За день ты получаешь 2 легендарных покемонов. За полтора дня у тебя уже все легендарные птицы. И это как-то принцип... надо тебе еще сделать, чтобы вы не смогли закрывать. А то это будет очень плохо. В смысле? Опять же, не привачить. Ну, они привачить просто. Да не, смотри, они будут просто покупать алтари, ставят любое место и все, спавнят покемона и уходят. Я им не буду алтари больше обновлять.
То есть они заспавнят и все. Понимаешь, они могут покупать алтари, смогут покупать алтари. И там уже пускай приватят, не приватят, они заприватят и заспавнят, и все просто. Алтарь останется, так. Ну да. То есть там такое. А что дальше с удачами? Уже все прочистили. Ну пошел типа, что когда арена застроится, ты будешь проводить бои до 70 уровня. И ты все-таки решил до 100 проводить. Как тебя там с этим? Если честно, не очень понял, что ты сказал. Ну вот, когда арена закончится, ты будешь делать турнир, верно? Ну. Грубо говоря, а до какого уровня это будет максимальный такой? А, это еще не знаю, если честно. Я не понял не в том смысле, что не понял, а то, что фигово слышно было, поэтому. Ой, упс, это уже. Да, не-не-не. Так, а это нельзя продавать? Раф. Так, ладно, тогда еще поменяем. А то я походу не вот это не то мясо поставил в продажу. Понятно. То есть это у меня раф сырая свинина с кого падает? Вроде смелтанков что там падает? Я уже не помню. Нет, мясо и кожа, кажется, падает. А какое мясо падает? Конечно, говядина. Раф биф. Кто здесь бросил тракенди? Вот это тот чувак, о котором я тебе говорил. Здесь уже орб разбрасывается. Чувак! Жаль. Я ему сейчас отдам этот орб, потому что это и нечестно. И мне просто... Я не хочу вот так, чтобы мне пришли, дали полный орб, и я пошел заспавнил себе покемона. Это так нечестно. Вот этот чувак, босс ПВП, подошел, дал мне 2 орба. Один фул, один почти фул. Мне здесь просто обычно вот орбы валяются здесь. Мне орб, ну у тебя есть один орб? Есть. Дай мне пустой. Это же 2, я здесь по дороге нашел. Где ты? О, давай. Заспавну. Так, я себе как раз сейчас пойду прокачивать. У тебя нету вот этого как? Или я еще куплю? Где тут? Покупка лечилок, продажа лечилок. Строил это все, но я не помню, где я это все поставил. А, вроде в последнем вот этом. Че? Мне уже прикалывало то, что раньше к Шайне так относились, типа, бережно, типа, о, Шайни, а здесь, знаешь, как с ними относятся? Типа, куплю Шайни, какой натуры? Говоришь, ой, все, Галим, уходи. Не бегай за мной, не давай мне орбит, чувак. Так, камни эволюции, я себе куплю камушек. Ватерстоун. Да не бегай, не давай мне вот эти шмотки свои. Это неинтересно. Мне и так уже только что мастербол кто-то дал, или он, или еще кто-то. Так, орб. Чувак, пожалуйста. Он мне дал. Я понимаю, но это нечестно. Он пришел, дал мне фул орб, все, иди гуляй, иди спам себе кого хочешь. Это нечестно. Это подарок. Не нужно. Оставь себе. Ща, оставь. Себе подарок. Full orb не дает подарок. О, это можно поднять. Так, куда я хотел идти, кого прокачивать? На Мэджикарпов может. Да, вот в лес как раз. Там тут даже речка есть. Я могу еще показать. Я уже здесь видел 2 или 3 алтаря Артикуна, один алтарь Молтрас, один альф. Алтарь забыто. Ну, я тоже видел. Но они уже все использованы давным-давно. Это сказал вернуть мастера или это твой подарок? Чего? Не понял. Я ему кинул. Так, ну, орб, какой у меня? Ага. 374 убийства. Да не, вроде нормально. Так, ну я пошел тогда на Мэджикарпов, на них как раз так более-менее прокачиваться. Не прокачивать, ну орб прокачивать. Здесь уже Шайни Мелот вообще бегает. Ну смотри, с одного Мэджикарпа падает по 3 рыбы. Пару Мэджикарпов и у тебя уже стак золотых монет. Так. Здесь можно развиться очень быстро, считай, если так. Ну да. Я считаю, когда прокачивал орбы, я как раз Шайни Мелот. Кого? Мэджикарпа? Когда бил их, короче, вижу, типа, Шайни, думаешь, пиджоты или дипы, как всегда.
Ага. Нет. Потом смотрю, ловлю, а там оказывается адамант натуры, который ему вообще так нужно. И пошел бегать по комнате. Ну, тогда я тут прокачаю. Если говоришь за 2 часа. А тогда смотри, когда я прокачаю вот этот орб, я пойду себе заспауню Артикуна. И потом уже поставлю в продажу алтари. И пускай себе покупают сколько хотят. А то так каждый раз заходить в игру, знаешь, и обновлять алтари, то тоже как-то не очень. Или поставить их. Нет, хотя если их поставить много, то здесь будет легенда. Так обычный покемон. Да. Если много поставить, то есть да, получается, что я могу зайти на сервер, да, там в одном месте поставить 50 алтарей Артикуну, в другом 50 алтарей еще кого-то, но. Так будет такое, что один человек зайдет и все его заспавнит, да, и потом всех себе позабирает. Например, там ночью, да, он зайдет, сможет заспавнить и все такое. Чувак, не давай мне! Ну, я понимаю, что это подарок, но если говорю, что мне не нужно, что, извиняюсь, я себе сам прокачаю, то значит, что не нужно, а не навязывай свой подарок. Ну, так получается. Чё там во мне? У меня и алтарь. Я не буду менять алтарь. Не буду. Надо делать тихоря немного, типа, когда никто не знает. Потом добавлю их в продажу. Мне удалить этот орб, что ли, или я не знаю. Или просто оставить себе. Не знаю, можешь повесить там, повесить, лол, как вот эти продажи алтаря, типа, как он выглядеть будет. Ага. Я не знаю, ставить себе этот орб, потому что, чтобы отстал уже от меня. Можешь просто, кстати, у меня уже есть. Ну, он и так не отстанет. Ща. Ща пойдешь со мной? Потому что у меня нету летающего покемона. Я себе за с вами тогда ща Артикуну. Ну ладно, давай тогда еще вот этому чуваку тоже последний раз обновим алтарь. И больше я не буду обновлять. Ну, так, я не знаю, где, какой он алтарь хочет. Пускай. Эх. Чего? Не, здесь. Есть алтарь Забуса и алтарь Молдера. У него, по идее, у тебя настроение пишет. Чего пишет? Ну, чтоб ты ему поменял вот этот алтарь. Ну. Чего поменял? Да. Ну, че пойдет, я ему поменяю какой-то алтарь. Это последний раз, где я меняю алтарь, потому что говорю, после этого. Сейчас подожди, надо проявить небольшую, сейчас скажу. Небольшую еврейскую штуковину. Смотри, как это делать. Сейчас он скажет, какая у него есть легенда. Че? Ну, это... Мью, короче. А где алтарь? Я что-то вообще не вижу. А, вот он. У него надо сначала, потому что они, знаешь, как делают, короче, у него есть Артикуна, да? Uh-huh. И вот, это же он, наверное, его сам разогревает. Потом такая фигня, что, типа, это разогревать мне, это разогревать, и снова у него 2 Артикуна. Ну да. Так, ща, ты пехнешься ко мне? Потому что у тебя есть летающий, да? У меня нету пока что еще. Поэтому если Артикуна куда-то улетит, ты его пойдешь искать. Так, горы, болото, джунгли, зимний биом. Только я не знаю, где. Вот, вижу. Ща. Так. Я побежал к алтарю. Сейчас. Я надеюсь, да, я правильно бегу. Тогда используем вот этот орб. Пускай. Если чувак мне дал, если ему не нужен, то пускай будет. Почему бы и нет, да? Наверное. Ну, я просто понял. Тоже, знаешь, если вот все так... Да, я понял, что ты мне дал алтарь. Алтарь, вот этот орб. Сейчас пишет, посмотри в инвентаре у тебя.
Я бы мог его просто сейчас удалить, да и все. Чтобы он просто не надоедал. Ну, раздал, так дал. Ты где? Я к алтарю бегу. Так, блин, я здесь. Ты пыхнись еще раз. Да, я сейчас до него быстро лечу. Вот. Все, последний алтарь. Я тому чуваку поменял алтарь и себе поменял алтарь. Сейчас его заспавню. И все. И добавлю алтари в продажу, чтобы больше никто не просил обновить алтарь и все такое. Так. Секунду. Нажми еще раз ТП, я тебя быстро ТП-хну. Да и все. Во, все. Вот. У тебя есть мастербол? Мастербол, да, есть. На всякий случай. А, все, не надо. А у меня два мастербола откуда? Это ты. Нет, ты мне дал мастербол? Один. Да, че. Да. А почему пишет, что у меня есть Артикуна? Хотя у меня его нету. Блять. Там сверху было. Ща я на спаун тогда. Стой там. Почему у меня пишет, что он есть, если нету? Он здесь запривачный или нет? Кто? Алтарь? Да, забиваешь. Вот. О, то я еще Мари Паша не словил. Мари? А. Ну это нет. Такое. Не очень. Не помню, Мари? Да. Это который Сламперта потом будет тренировать? Нет, это Эмфорос. Ну, овца такая. А, Эмфорос? Да. Овца, ты шутишь? Он потом в Эмфорос может превратить. Ну, так я тебе и говорю. Он хороший. Не нужно мне Шайни. Сейчас Шайни предлагает. Шайни Старли. Не нужно. Ну, может, в принципе, продохтать делать. Почему бы нет? Он, видишь, Орбы предлагает покемону. Ну, у него предприниматель будет от бога. Ну да. Так, тогда я вот этот Орб свой удаляю. И нужно пойти уже начать делать вот эти, как его там. Алтари в магазине. Думаешь, за стак алмазных будет нормально? В принципе, да. Ну, просто смотри, стак золотых, да, один стак золотых, это получается 3 алмазных. Ну, да. У меня сейчас в инвентаре 3 стака золотых, приблизительно, да, 3 стака золотых. Это получается 9 алмазных, хотя я, в принципе, даже толком никого не убиваю и... В том смысле, что я даже ничего не продаю, да, вот так иногда. Тебе да. Можно, в принципе, если... Можешь делать, типа, еще продавать и орбы. Просто. Просто орбы продавать? Да. Или сделать обменник, то есть... Если чувак какой-то выменял, да, орб, да, то что можно его поменять на другой орб. Потому что это немного уже подбечивает, типа, ты находишь алтарь и, типа... Какого фига, типа... Почему он запривачный? Все, я бить, я уже плату. Ну да. А так ты купишь себе собственный алтарь, да, заспавнишь где-то покемона в себя в подвале дома и словишь его там. И никто не помешает, никто не словит его, ну, быстрее, чем ты. Если не вылечь. Ну да. Не, ну говорю, сама суть, то, что у тебя будет личный алтарь, и тебе не нужно будет ждать того, чтобы, ну, его заменили, да, и чтобы ты потом заспавнил себе покемона. Так, я что-то хотел, но уже не помню что. Прокачать орб? Нет. Не, ну тогда смотри, если будет покупка вот этого алтаря, да, то тогда нету смысла менять орбы. Ну, в смысле, нету смысла ставить обменник орбов один на другой. Но можно поставить продажу орбов, да? То есть, например, фулл прокачанный орб, например, там стоит, ну, я не знаю. 22 алмазные монеты. А вот так, какая экономика на сервере? Там фулл орб сколько стоит? Или... Где имя? Ну, вот тут. Ну, вот люди продают, например, фулл орб за сколько тут? Или ты не видел? Ну, вроде бы никто не продает, я не помню уже. Я никогда не видел. Ну, тогда я не знаю, сделать, например, фулл орб, да, там за... Ну, я не знаю, честно, там за 10... За полцены можно, в принципе, еще там. 32 монет, все. Ну, где-то 20 монет, например, 20 алмазных монет, да. То есть, 3 орба, да,
три орба, например, и у тебя уже есть алтарь. Или ну, там да. Два орба, и ты еще немного там добавишь всяких вещей, попродаешь, да, и еще добавишь, чтобы купить алмазные монеты, и покупаешь себе алтарь. И сегодня появится столько боссов красных. И за несколько боссов 20 алмазных монет. О, чувак написал, что за сегодня 20 алмазных монет только с боссов повыбивал. Ну да, я вот что я еще забыл. Ты же качаешься не только на вот этих, на Magikarp'ах, да, и продаешь с них вот эту фигню. И продаешь с них рыбу, да? Ты же тоже тут находишь боссов, боссов убиваешь, из них выпадают вещи, и вещи тут тоже дорого стоят. Ну иногда это редко. Ну редко бывает, в принципе. Ну. Чтобы монетки не были. Не монетки, а вещи. То есть ты же вещи можешь попродавать в магазинах. Ну да, в принципе. Например, да, какая-то шапка, две шапки с одного босса выпадет, это уже можно сказать. Три. Например, две шапки, это уже получается около 2-3 алмазных монет. Ну смотря какая шапка. Если ты нашел там 10 боссов за день, это уже, можно сказать, пол алтаря. Это, в принципе, тоже нормально. А я, знаешь, я дом забыл разыграть. Твою ж. Ладно, ща, разыграю. Я хотел тебе сначала дать, если честно, но... У меня уже есть дом. Но я подумал, что просто нету смысла. Ты же состоишь в привате вот этого спауна, да, так как это наш строитель, да, ты себе, в принципе, можешь тут дом построить сам. Поэтому тебе нафиг не нужно. Просто. Да отстань ты от меня. Вот. Да. Че он там на флоде? Просто. Я всегда так делаю, когда я просто. Ага. Да. Поднимай. Никак не отстанет. Сколько сейчас чуваков на сервере? Можешь посмотреть в табе. О, все. Да твою ж фуражку! 8 человек. Да, 8. Не могу никак сбежать от этого покемона. И бить. Пятый раз подряд нападает. Я только сбегаю, даже не... Вот здесь вот это вот в обновлении он сделал. Покемоны стали вот этими агрессивными. Жуть какими агрессивными. Не агрессивными, а прям борзыми. Я не успеваю убежать от него, он сразу нападает в ту же секунду. И тут два варианта. Или просто ждать, пока он всех переубивает, или через диспетчер задач. Выключить. А, у меня же Артикуну есть, я его сейчас зафигачу. Только у него, я не знаю, атаки нормальные. Нужно себе айсбим купить. Айсбим, это будет хорошо. Я же забыл, что я его взял. Ну давай, нарывистый, зараза, а. О, наконец-то. У меня, я не знаю, нормальная ли это натура на Артикуна. Спешл атак, нормальная? Какая, Артикуна? Да, спешл атак. Это вот сейчас, секунду, надо мне посмотреть. Или просто атака, мне кажется, лучше будет. Но фиг его знает, если честно. Так, что я хотел, давай разыграем дом. Но просто тут, что сейчас чуваков немного на сервере есть. Назови любое число от 20 к 50. Так, ладно. 13. От 20 к 50, не от 10. Нет, я нечаянный, простите. Ладно. 45. 45, это самое большое. Так, пропускаю себя, пропускаю тебя. Я начинаю считать. И пропускаю того чувака, у которого уже есть дом на сервере. 1, 2, 3. Нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Все, выбрал. Какой у него ник? Хай всем. Хай все? Всем. А, понятно. Так, сейчас я дождь отключу. Быстренько полечу к дому. Где он у нас?
и тпхну ему. Не, ну конечно, если ему дом не нужен, то тогда кого-то другого выберем. Так, ща, лечу к дому. Ща. Тут уже два дома заняты, еще три осталось. Я, наверное, один себе заберу, да и все. Ну или потом построю себе. Так. ТП-шу вот того чувака. Дом выиграл. Если тебе он нужен. Ну? Говоришь, у тебя Артикуна на спецатаку? Ага. Нет. Поздравляю, ты везучий человек. Чего? Это как раз нормальная атака? Ну у тебя какой он? Rush, там как он называется. Quiet вроде. Quiet, но все равно на спецатаку. Да, на спецатаку, но минус спид. Ну, в принципе. Ну, можно против каменных, земляных покемонов, короче, просто их убивать, ваншотать. Тогда выбираем сейчас другого чувака. Этому не нужен. Выбираем... Назови опять. От 10 к 30. Нет, от... Ну да. От 10 к 30, ну ладно. 13. 13. 1, 2... А, нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Дом выиграл. Вот. А, ты... Так, ну чё? Еще нет, если у неё тоже есть дом. Чего? Если у неё есть дом. Да, ну да. Первому человеку не нужен дом. Типа на рандом. Чего? А я его тпхнул, не тпхнул, забыл. Вот. Или он не тпшит, да, все, вот он. Или он АФК. Поход АФК. Эх, одному не нужен, другой АФК, я и не знаю. Я не знаю, ждем, пока он придет или другому разыграем. Меня удивляет пока что в чате говорить. А чё там? Ты на рандом разыгрывал? Ну чувак, ты прям вовремя, знаешь, в АФК ушел. О, вот, наконец-то. Ты выиграл дом. Он тебе нужен или нет? И у тебя уже есть... Ну, смотрим. Ща, походу, нет. Ну, спасибо. Да вы ща прикалываетесь. Тогда я не знаю. Настроение. Еще одному человеку дом не нужен. Тогда... Да ладно, называй от 10 к 20. Третья попытка. Ладно, 11. О, ну давай так, ну ладно, давай тогда. Кто там? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. О, как раз вот этот чувак написал. Настроение, как раз на него попало. Третья попытка. И дом выиграл. Так. Он куда идёт? А, стоп. А он рядом стоял. Тебе, ну этому нужен, он написал, что ему нужен. Стены не долбить, не сносить, ремонт не делать, переносить только вещи. Здесь лавочку уже сломали. Где? Ну как не сломали, а именно вот.
Ладно, ну потом поменяй. Короче, ничего не трогать. Стены не трогать. Ща. А он при... вещи перемот. Можешь переносить. Да толбогучие вот эти. Так, ща. Какой тут приват, я уже не помню. Можешь подвалить. Павн 2. ТПВ 2. Можно. Но тут и так. А наверху же можно же строиться или нет вообще? В смысле наверху? Ну вот на крыше, например. Ну можно, тут приват прям 300 блоков вверх. Они себе могут еще тут 100-этажный дом построить, но поэтому я говорю, что стены не сносить. Так, я его сейчас тогда добавлю. Remember. Кого там? Вот, все. Ща. Дом. Напишем тут. Все. Да, ты ж. Ща. Дом принадлежит. Какой у него там ник? Нас... нас так нас строение походу вот так все подвал можешь делать но только небольшой. И ничего не ломай. Все, походу чувак уже понял или нет. Ну все, вот у нас и третий человечек, который выиграл дом. Че вот это тут хотел? Я видел, что он тут построил на третьем этаже. Угу. Вот. Только зря он это сделал, в принципе. Кто? А приконы можно собирать. На них просто приват вообще никакого не возьмет. Да, я знаю. Ну. А как кто его в дом вот это залезет? Ну вот так берешь, продеваешь материал. Нет. Не, раньше я помню, когда, ну, на старых серверах раньше так делали решетки, типа. Ага. Помню, прям здесь ставили и убегали. Но все равно как-то замудрялись сюда проникать. Так, ну, значит. Наверное, знаешь, ломали блок. Нажимали на прикон и как бы вот так по одному блоку ломали, он появлялся заново и так опять ломали, знаешь? За ту миллисекунду, пока они сломали, забирали одну штуку. Наверное, как-то вот так. Ты же стены не трогал. Можно? Да, можно. Там и так куча места на этом третьем этаже, на втором, на третьем этаже. Так, сейчас я вот это выключу. Фу, ну все, давай уже на этом закончим. Разыграли мы дом, заспавнили мы Артикуна, поменяли два алтаря мне и другому чуваку. Сейчас уже больше никому менять не буду, а поставлю просто-напросто в продажу, и в этом покупайте сколько хотите. С нами был архитектор Фроста, наш строитель, да, и в принципе давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока. Пока.